В Раменском районе прошло торжественное мероприятие «Дети – главное украшение семьи» в честь Дня защиты детей. Организаторы праздника подготовили для ребят театральные представления и соревнования по различным видам спорта. Ежегодно с 1950 года во всем мире отмечают День защиты детей. Цель праздника – привлечение внимания взрослых к положению детей в семье и обществе. Напоминание, насколько важно соблюдать права каждого ребенка. Слава Богу, нет на нашей земле никакой войны, но все же наши дети нуждаются в защите от ложных информаций, потому что информационное поле, как вы знаете, засорено всякой непонятной им информацией, повторюсь. А я хотела бы, чтобы они знали нашу историю, знали от нас с вами, как мы знали от наших дедов. 1 июня для миллионов детей по всему миру организуются многочисленные развлекательные мероприятия. В Раменском районе депутаты и общественники устроили для ребят театральное представление и спортивные соревнования по скалодрому, экстрим-парку и различные эстафеты. Моя пара ушла. На фестивале ребята и взрослые не забыли тех, кто отдал жизнь за мирное небо сегодня. Минуты молчания почтили память погибших в бою героев. Мы в этот день возлагаем цветы к памятнику, который установлен в нашем центре, памятник погибшим при исполнении служебно-боевых задач. Поэтому мы сегодня не оставим в стороне эту традицию. На празднике работали волонтеры, которые сначала регистрировали желающих участвовать в конкурсах ребят, затем под строгим контролем следили за ходом спортивных состязаний. Для самых маленьких был показан театр в миниатюре, где актеры водили хоровод и пели песни с ребятами. Для детей и взрослых первый летний день прошел на позитиве. Каждый смог найти себе развлечение по душе. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.